8 часов утра, уже летают. Собака это очень не любит, пролеты эти систематические. Пруд 16 соток, глубина 3,60-4,20, говорили, правда, 5 выкопают, но этого достаточно пока. Аэратор не стоит, кислорода хватает, вода постоянно пополняется, тем более идут дожди, идет некая замена. Вот плавают рыбки, кандидаты на съедение, это те, кто не растет, те, кто не употребляет корм, а живет тут, естественным кормом питается. Так что, как-то так. Кормим. Малька 2500. Периодически, правда, нахожу погибших. Вот натянуты веревки, цапли, утки, чтобы не летали. Очень помогает, кстати. Рекомендую. Рекомендую. Там у меня речушка, в ней есть ручевая форель, которую я поймал, одну штучку, 22 сантиметра с хвостом, или 20 до окончания тела рыбы, и сразу выпустил. После этого опять пробовал в этом месте, это было где-то 3 недели назад. Пока ее нет там. Видно, испугалась. Доставляет удовольствие кормежка. С соседями война. Боюсь, что пруд отравят. Скажем так. Незаконная добыча на соседнем участке. Песка, грунта и продажа. И днем, и ночью. За это мне уничтожают автомобили. Две машины покрасили краской ацетоновой, облили. И через 2 недели буквально... В одной машине порезали колеса, разбили все стекла. И это в Литве происходит. Так что, как-то так жизнь проходит. Сейчас идем в другое место. Кормежка в другом месте. Там более крупные сосредоточились почему-то. Вот так, как видим. Чистая, прозрачная. Там дом строим. Посадил какую-то вот растительность с речки. И так растет какая-то трава непонятная, осока, которую надо уничтожать. Других рыб нет пока у меня здесь более крупные особи почему-то. Вон кандидат плавает. Маленький. На съедение кандидат, конечно. Здесь сток происходит. Пруд наполняется.
Здесь рыба более крупная, потому что вечером ветер, в основном роза ветров в эту сторону. Вот такая вот собирается здесь. Сейчас я с очком начну собирать вот этот мусор. Здесь комарья очень много. И вот они, рыбки, здесь с удовольствием выпрыгивают за этими комариками. Сейчас попробуем здесь их привлечь поближе. Ну такие уже хорошие экземплярики. К осени еще подрастут. К зиме точнее. До зимы есть уже на участке электричество. Аэратор нужен будет. Вот и все. Кормежка закончена. 193 грамма ушло. Идемте реку будем смотреть. Вот это весь мой участок. Это считается лес у меня. Посадим грибочки. Правда, ольха. Вот здесь. О, сток. Вот рыбка валяется. Рыбка. Это с соседского пруда вот сюда заходят рыбы, потому что здесь теплая вода. Вот, карп. Карп. Уже вылавливают четвертого, наверное. Он ниже по реке. Ой, выше по реке. Буквально в 100 метрах от меня. Держит карпа. О. И он периодически у него убегает в эту речку. Но температура воды в реке сейчас 17 градусов. И карп здесь не выживает. У меня с пруда идет потеплее вода. 19. Вот, смотрим уровень. У меня уровень пруда выше уровня реки на метр. Вот, видим, да? Вот речушка. Мальки какие-то тут плавают. Тут я им сделал плотинку, чтобы кислорода добавилось в реке. Вот здесь вот форель живет под корнем. Вот здесь она стоит. Вот здесь была поймана. И вот под этим корнем. Поймал вот на эту дубину. Вот. Крючок, леска. Ну и прошу прощения, граждане, червя. В Литве запрещено использовать живые наживки для ловли форели. Только искусственные мушки, блесна. Ни кузнечиков, ни мух использовать нельзя для ловли. Вот не знаю, как еще тут повысить продуктивность речевой форели. Что тут сделать, чтобы она завелась. Очень хочется. Не потому, что я ее хочу ловить, а потому, что просто хочется, чтобы она здесь была, на участке. Вот мой участок. Песчаный грунт.
Ну, это лучше, чем какой бы то ни было. Конечно, каменистый был бы лучше. Смотрю там передачи российские, как участки облагораживают, где речка, копают что-то, пирсы строят. Здесь такое сделай, и без штанов останешься. Трогать берега нельзя. Вот мой участок заканчивается. Вот там форель тоже есть. Траве. Ну что, репортаж закончен. В этом лесу посадил березок чуточку, чтобы осенью было повеселее. Желтенькое хоть что-то было здесь. Вот такие вот ели. Какие-то не очень симпатичные. У соседа выкопал на участке, разрешил мне. Кое-что оставил, прорежу потом. Ольха. Кусточки из пней растут. Как-то так. Очень волнуюсь за пруд, чтобы рыбу не отравили враги конкретные. Характер отвратительный у людей. Мстительный. Ну что, заканчиваю репортаж. По мере роста рыб буду что-то выкладывать, рассказывать. До свидания.